Кустанайской области установили предельные цены на овощи. Под контроль власти взяли стоимость лука, капусты, моркови и картофеля. Именно на эти социально значимые продукты в последнее время цены растут как на дрожжах. Однако не только в розницу, даже оптом эти овощи уже продаются дороже. Разрешенная стоимость, например, капусты 88 тенге, хотя на рынках и в магазинах она стоит уже на 50 и 20 тенге больше. Ниже предельных цен пока реализуется только морковь, она по 190 тенге за кило, хотя предельная ее стоимость в документе 267 тенге. Скорее всего, это развяжет руки продавцам, и корнеплоды вскоре подорожают до разрешенного минимума. Цены торговцы должны сдерживать в течение месяца. Если в Акимат поступит жалоба от покупателя о нарушениях, то торговую точку могут оштрафовать на сумму от 300 тысяч тенге. Вот только меры по сдерживанию цен абсолютно не своевременные и не актуальные, сообщают предприниматели. Ведь рассчитаны они были еще по ценам в июле. В управлении сельского хозяйства рассказали, почему так сложилось. При расчете берется предыдущая и текущая цена по данным департамента статистики. Комиссией было установлено, значит, в июле месяце на картофель и овощи. Значит, и процедура очень длинная, занимает порядка 60-70 дней. Вот на сегодняшний день она уже, постановление Акимата уже вступило в действие.